все будут вспоминать, что ты чего-то там не смог. Не слушай только тех людей, которые сейчас с тобой. Никогда ты не сдавайся на своем пистоле. Будь всегда собой, не важно с кем и где. Будь всегда добр, не важно где и с кем. Что такое любовь? Любовь — это когда, бля, рад ты видеть человека вновь. Но если ты испытываешь боль при встрече с ним, знай, что это необычные знаки. Должен ты прислушиваться к ним. Иди на зов сердца, парень, только так. Повторюсь еще раз, должен сделать так. Не переживай о том, что будет через год. Будет через год. Думай ты о том, как финишировать сегодняшний том. Эй, сегодняшний том, а. Не решай сдаваться раньше времени. Не пробуй сделать вывод раньше времени. Пробуй полюбить врага и станет тебе другом. Эй, а. Не пробуй в это время думать о чем-нибудь другом. Эй. Парень, должен ты вырваться из круга. Вырваться из круга. Должен запустить свою линию кругом. И если ты придешь на беседу за столом круглым, ты себе не представляешь, каким ты станешь мудрым. Я не танцую крип, я танцую только бладвок. Я тебя не знаю, но слышу, что ты танцевал бладвок. В жизни он ведет себя, будто одинокий волк. Одинокий волк. Но просит, чтобы шлюха на кухне приготовила ему вок. Что с нами будет завтра, знает только Бог. Только перестань мелькать передо мной, я уже успел сделать Бог. Успел сделать Бог. Касание поверхности предмета создает волну. Создает волну. Волну. Положив палец на курок, я лечу на луну. Лечу на луну. Где бы ты ни был, не важно где. Иди в конец, даже в темноте. Перестань бояться и волноваться тоже. Положив руку на плечо, я скажу тебе, сможешь. Ты все пройдешь, ты все преодолеешь. Ты все пройдешь, ты все преодолеешь. Не надо притворяться, что ты этого не знал.